Добрый день, друзья! Очередная биметаллическая монета на канале. Коллекция монет. Монета Японии. Номинал 500 йен. Год выпуска 2014. Материал монеты биметалл. Центр медно-никелевый сплав. Кольцо никелевая латунь. Гурт монеты рубчатый. Отношение аверса к реверсу. Медальная, вес монеты 7 грамм, диаметр 26,5 миллиметров, толщина 1,95 миллиметра. Монета отчеканена на монетном дворе Осака, Япония, тиражом 1 миллион 870 тысяч экземпляров. Монета вышла в составе серии японских монет 47 префектур Японии. Выпущено 47 монет. Период с 2008 по 2016 год по количеству японских префектур. Монеты биметаллические, имеют номинал 500 йен. Данная монета посвящена префектуре, которая называется Кагава. Расположена она на острове Сикоку. По площади Кагава это самая маленькая префектура Японии, ну и главный город префектуры, город Такамацу. На монете изображен вид со смотровой площадки храма Катахира на равнину Сануки. Катахира — это синтоистский храм, который находится в одноименном городе префектуры Кагавы. Главному храму, расположенному на полпути к горе Дзодзусан, ведет лестница 785 каменными ступенями. А чтобы подняться к внутреннему святилищу, нужно преодолеть еще 1368 ступеней. Это достаточно серьезный подъем, но вид, который открывается сверху, того стоит. В окрестностях этого храма расположены такие исторические достопримечательности, как главный храм, святилище Асахино Ясира, Амоте Сюин, парадная гостиная, и Оку Сюин, закрытая гостиная. В сокровищницах этого храма хранятся изображение одиннадцатиликой богини Канон и другие ценности. Библиотека старинная с многочисленными произведениями древнего искусства. Музей с картинами и многие другие ценности. Во время осеннего фестиваля переносной алтарь Микоси весом более тонны ночью поднимают вверх по каменным ступеням, а по окончании всех обрядов возвращают в главный храм в течение следующей ночи. Ну и как раз таки со смотровой этой площадки главного храма открывается необычайно красивый вид на равнину Сануки. Здесь вот такая крыша с фонарями, которые освещают. Данная равнина, которая изображена на монете, является одним из самых засушливых регионов в Японии. Еще в древности местные жители разработали систему каналов и водохранилищ для орошения полей. Первое водохранилище было построено в 702 году. И в настоящее время вот этот ландшафт на равнине создают более 14 тысяч водохранилищ. Ну и соответственно, так как воды не так много, данный регион — рис, основной продукт Японии, производит очень мало,
в основном фрукты, овощи, другие культуры выращивают японцы на этих территориях. Здесь же на монете надписи Кагава, название префектуры на английском и японском языках. Япония, вверху надпись, номинал 500 йен, внизу. На другой стороне монеты в центре изображена японская старинная монета с квадратным отверстием. Внутри можно разглядеть числа 47 префектур и 60 лет с момента принятия закона о местной автономии. Надпись по окружности: Япония, 47 префектур, монетная программа, 500 йен. И 26 год РХСА соответствует 2014 году. Цены на данную монету начинаются примерно от 600 рублей и выше. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч.